Расширен список возможных участников и увеличен призовой фонд. Продолжается прием заявок на конкурс социально значимых проектов, который проводит фонд Александра Прокопьева. Теперь в нем могут принять участие не только муниципальные учебные заведения, но и краевые, расположенные на территории Бийска. После многочисленных обращений представителей краевых бюджетных учреждений образования, как то у нас в городе три общеобразовательных интернат школы и Бийский лицей. Вот представители обращались, поэтому их просьбы были рассмотрены и принято дополнительное решение, что в рамках этого конкурса могут принимать участие еще четыре образовательных учреждений, которые находятся на территории города Бийска. В связи с расширением списка участников также увеличен и призовой фонд конкурса. Теперь он составляет 7 200 000 рублей. Отметим, что максимальная сумма, которую может получить учебное заведение, 200 000 рублей. Предполагается, что все школы успешно защитят свои проекты и получат финансовую поддержку. На конкурс школа может предоставить один или сразу несколько проектов. Главное, чтобы они соответствовали направлениям – патриотическое воспитание, физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Принять участие в разработке проектов могут не только педагоги, но также дети и их родители, и даже жители окрестных домов. Первые заявки от участников уже поступили. В основном по направлению спорта. Это проекты по улучшению материально-технической базы, модернизации спортивных площадок. Некоторые школы хотят обновить библиотечный фонд. Напомним, что до окончания приема заявок остается уже меньше месяца. Последний срок – 2 мая. Мы будем участвовать в этом проекте, потому что это имеет огромное значение для развития школы, для развития нашего коллектива. И участие в нем будут принимать не только дети, преподаватели, но также и родители и представители общественности. Сейчас мы работаем на этапе подготовки плана мероприятий по данному проекту. Впереди у нас еще практически месяц, и мы думаем, что работа окажется плодотворной. Проект, безусловно, интересен, важен и нужен, так как он преследует цели сплочения и родительского, и детского, и педагогического коллектива, то есть всех участников образовательного процесса. И в первую очередь данные проекты направлены на развитие детей. Со стороны родителей я тоже думаю, что мы примем участие в данном проекте.